Всем привет, дорогие друзья! Мне недавно пришла мысль такая в голову, весьма интересная и оригинальная. Почему бы нам не исследовать полностью все миссии, все локации в игре «Мафия», то есть в сюжетной кампании? Я попробую начать с третьей миссии, где было первое испытание для нашего главного героя, где он должен был разбить машины конкурента Морелла возле его бара. И там уже могли воочию увидеть, по крайней мере, те, кто проходили неоднократно игру, небольшой сюрприз. Плюс там еще можем дополнительно зайти в бар, где нас ждут головорезы с оружием, и попробовать посмотреть, возможно, есть что-нибудь интересненькое и там. Ну что, посмотрим, нужно же как-то пробовать что-нибудь придумать такое интересное. Ну что, загружаем третью миссию в гостях, она называется, где мы с Полли на ужаснейшем автомобиле Bolt Ace приехали, собственно, к этому месту. Это место находится в Нью-Арке, я думаю, что вы так прекрасно все это знаете. Вы немало, я думаю, что негативных эмоций получили, пока доезжали с маленькой Италии до этого самого места. Так, перво-наперво, что нам нужно сделать в этой миссии? Обойти вот по кварталу и убить часового. Он глухой, он вас абсолютно не заметит, и вы можете его так ловко грохнуть. И при этом взять у него пистолетик Smith & Wesson 10. Сомнительный, кстати говоря, пистолетик, но, в принципе, для начала игры он, в общем-то, подойдет. Бросаем коробку, она позволит нам сэкономить время, то есть если гангстеры, которые обитают вот в этом баре, который называется Морелло Бар, очень оригинально, вот, это позволит нам некоторое время для того, чтобы убежать вот по кварталу и не поймать несколько пуль. Я поначалу думал, что и тут можно что-нибудь там этакое придумать, но, к сожалению, дверь закрыта. Вот, и что мы тут делаем? Несколько коктейлей Молотова мы бросаем вот в эти вот машины, чтобы они загорелись, взорвались. Ну и последнюю машину нам нужно будет добить битой. Вот. Ну, я один коктейль Молотова, пожалуй, что оставлю. Я хочу посмотреть в лицо вон тем вот ублюдкам, которые, опять же, как их мертвый коллега, не услышали ничего. Их там довольно много. Так, сколько там? Их 4 человека плюс бармен. Но бармен, я думаю, что не вооружен, хотя я бы не был так уверен в этом. Так. Странно. Стекло разбилось, и при этом я никого не убил. Так, ладно. Ты не вооружен, да? Да, он с кулаками, так что на него тратить патроны мы не будем. А вот этот уже с пушкой. Так. Ладно. Так, где... Где? Стоп! Коктейль Молотов, зачем? Я нашел коктейль Молотова. Я счастлив, что я нашел коктейль Молотова. Так, стоп. Откуда у тебя пистолет оказался? Стой, ты же вообще кулаками махал тут. Так, ладно, у нас есть некоторая проблема. Этот придурок нашел пистолет. Так, к сожалению, коктейль Молотова я не убил одного из гангстеров, но ничего страшного, я думаю, что у нас еще есть возможность для того, чтобы забежать в бар. Возможно, тут у бармена найдется... Бармен, я знаю, что у тебя найдется пистолет, да? Ты меня должен спасти... Нет, у него его нет. Так что единственное, что у нас сейчас осталось, ну, дождаться, пока они все патроны расстреляют, и мы их отпинаем уже как следует. Эх ты косой какой, а. Так, ладно. Оббегаем. Так, и там еще один чебурашка присел. Ага, и тут еще один кривой, который попасть ни хрена не может. Так, и там бегает еще один гангстер, у которого патронов, надеюсь, что точно нет, а то из трусов он опять что-нибудь достанет. Поли, ты, быть может, поможешь мне хоть чем-то, а? Стал как истукан и ничего сделать не можешь. У тебя наверняка пушка есть. Так, привет, пожарник. Может, ты мне поможешь? Какого хрена? Ой. Так, все, тихо. Придурки. Так, возможно, еще у нас есть шанс на то, чтобы они под колеса попали. Да, попали. Молодцы. Так. Убегаем. Скоро у них патроны точно закончатся. Я верю в это. У нас, друзья, есть все шансы на то, чтобы их перебить кулаками.
Да. О, отлично. Остались только три придурка, у которых нет патронов. Так, я сейчас все равно вас убью. И тут есть еще одна возможность. Мы можем на болт эйс наш сесть, их задавить просто. Но там скорость будет такая, что не факт, что насмерть их собью. Тихо. Да я сейчас вас битый покромсаю. Ой, нет, это больно. Тихо. На! Кто еще хочет по ребрам получить бейсбольные биты? На которой есть автограф. Тихо, тихо, тихо. Стой, стоп, трое на одного. Что, мудаки? О, по руке ударил, ну ладно. Эх, какие же они кровожадные-то все-таки, а? Ай, блин, не удалось. Небольшая проблема у вас? Стой, вы по рации хоть, что ли, кого-то вызываете? Откуда у вас есть-то? Эх. Какой все сюда быстро, у вас трое осталось. Ну там где-то один чубзик еще остался, возможно, потерянный такой. Разочарованный жизни. Вот так. Тихо. Ой, я слышал выстрел. Возможно, там остался еще один человек, у которого остались патроны. Ты, тихо. Да сдохните вы, хоть кто-нибудь один сдохните. А, есть. О нет, Смит Вессон одного все-таки еще остался. Так, интересно, а если я угоню вот эту машину, у меня будет шанс на то, чтобы их как-то... Так, да. Один остался там, у которого пистолет. Так, а тебе... По хребтушечке тебе на. А тебе по мордам на. Вот так, по коленке. Да, я знаю, что больно биты по коленке получать. Ну а что я могу поделать? Вы разозлили Томми Анджело. Вам не нужно было этого делать. А, отлично, носик сломал ему. Так. Осталось разобраться с последним мудаком. Так, стой. Дамочка, извини, я конфискую твой автомобиль, который я, кстати говоря, не могу открыть. А, ну да, это болтбэк, который нам дастся только в следующей миссии. Так что я могу угонять на данный момент только болт эйсы. Ну, я не хочу вообще докасаться до этого автомобиля, который даже автомобилем назвать нельзя. Так, дамочка, спаси. Ты все равно бессмертная. Поймай пару пуль. Так, ага. Так, ну у него последний барабан остался, насколько я понял. А, прям в коленочку. Хотя как в коленку было попал сзади, ладно, не важно. Так, ну-ка. Ага, отлично, ну что, сейчас голыми руками я тебя по... Ух, у него еще и пистолет остался, ой-ой-ой-ой. Так, все, теперь голыми руками я тебе сейчас, урод такой усатый, покромсаю. Ты что, думаешь, самый крутой, что ли, да? Да я всех твоих братков уже перебил. Отлично, а почему-то у него хп мало осталось еще. Так, привет, пожарный. Кстати говоря, по-моему, вот эти вот Bolt Fire Track, вот этот, можно угнать с самого начала. Да хрен, конечно, угонишь ты с самого начала. Так, ну что, мы перебили всех гангстеров, причем без оружия. Ну, я по них там пострелял, там чуть-чуть. 6 патронов всадил, а 6 патронов я просто в молоко убил. Ну, то есть, ну, как-то даже очень странно. То есть, витрину я выбил, пули, а потом все остальные куда-то исчезли. Так, Полли, ты, кстати говоря, ведь нормальный, да? Чё-то ты какой-то странный. Странно, Полли контуженный какой-то. Видимо, при таких условиях нельзя дальше выполнить миссию, хотя, в принципе, не обязательно, чтобы этот Полли раз был с нами. Так, что нам еще осталось тут? Да, бить вот эту вот машину до основания буквально. Ну, можно вот так, чё ж тут мелочиться. Вот, уже абсолютно безопасно мы это делаем. Согласитесь, что этот вариант прохождения гораздо более веселый, нежели те, которые я уже обозревал. Так, вы нанесли достаточный ущерб. И вот эту еще машинку тоже нужно докромсать. И, кстати говоря, ребята, для тех, кто не знал, что тут есть такой хороший бонус, я вам сейчас подскажу. Так, сейчас я только докромсаю вот эту машину до... основание. Так, все отлично, возвращайтесь к Сальери. Мы нанесли достаточно ущерб машинам Морелла и нанесли непоправимый ущерб его ребятам. Привет. Вот это вот физиономия. Ему абсолютно плевать на то, что его дружков тут убили, причем весьма изощренным способом. Он просто стоит и думает о своем
Так, ладно, ничего тут вообще абсолютно, я бы даже сказал, нет никакого бонуса в баре. Так что убивать или не убивать их, это уж решать вам. Если вы хотите весело пройти, то вот этот способ очень-очень такой интересный. Так. И бонус, конечно же, нас ждет в гараже. Это новенький автомобиль Falconer, который и не заперт даже. Вот мы его просто угоняем и уже избавляем себя от мучений возвращаться в бар Сарери после первого успешного задания на болту. Так, ну почему-то все-таки поле багнулся, кажется. Но я надеюсь, что это не помешает нам выполнить задание. Ну вот такой вот вышел оригинальный способ. Если вам нравится такая концепция видео, если вы хотели бы увидеть последующие миссии, тоже разобранные детально, то есть по каждому кирпичику, вот, то оставляйте комментарии, ставьте лайки, и я уже буду знать, стоит ли мне заниматься этим дальше. Всем спасибо, друзья, и до скорых новых интересных встреч в игре Мафия и в других тоже достойных играх.